Мурлычка. Пока, мама. Пока, Мурлычка с Бимкой. До свидания. До свидания. Пока, мама. Ну вот, мама уехала. А почему? Кстати, она к тебе всего лишь на пару дней приехала. Ну, потому что у нее там у нее тяжелая работа, она раздает это всем автографы разных певцов, короче, популярных людей. Ого! Она их всех учит и всем потом раздает. А для меня нету времени. Понятно. Ну ладно, чем займемся? Ой! Что за? Идите сюда! Что? Я какой-то сундук нашла. Конечно, это клад с сокровищами! Что там, что там, что там? Я хочу знать! Ого, похоже, коробка с монетами! Обычный бабл-гам? Нет, это бубль-гум. Ай, почти разницы нету. Ну ладно, кто попробует? Можно я? Ну давай. Так. Так, конечно, голубую. Что это со мной? Ты одета как супергерой. Я супергерой! Ура, ура, ура! Ну-ка дайте мне золотую. Чего я мальчику уступаю? В духу дуется. Ну как? Ты одет как супергерой. Класс! Я! Ой, я упал. Мы одеты как супергерой. Ага. Какой замечательный костюм. Хихикить. У меня красный, а у меня желтый. Знаете, что это значит? То, что мы нашли рвачки? Нет, то, что мы можем стать супергероями. Смотрите, костюм каков? Таков. Суперспособность какова? Такова туфелька. Костюм каков? Таков. Способность какова? Такова. Бертбурга. Костюм каков? Таков. Суперспособность какова? Такова. Значит, мы можем быть супергероями. Да, нам нужно. Так, во-первых, все жвачки нужно возвращать в коробку. Мы можем меняться обычными, а можем быть супергероями. Мы можем сражаться с преступниками. Варить бандишек. Да. Ой, у меня что-то задело. Нам нужно простроить шахту. Какую шахту? Ну, для супергероев. Жвачки я спрячу. Пошлите строить. Пошли. На. Строим мы весело. Строим интересно мы. Для начала сделаем мы патруль.
Сделаем мы экскаватор. И дальше так. Ну вот, мы настроили замечательную вещь. Ага, не пасовала. А я установила в наш новый компьютер сигнализацию. Проходите. Это стульчик. Смотрите. Вот, тут дорога. Если что, все пищит. Понятно. А смотрите, какие я трубы нам сделала. Ладно уже, туфелька, если ты на сложивальщике, мы назначаем тебя главную. Ура! Ну и как же они работают? Обычно, смотрите. Телепорт! Телеморт! Урлыка, что нужно сказать? Телепорт! Что нужно сказать? Телепорт. А. Телепорт. Ой, сапог. Отлично, это рубает уфика. Ну, голосовщик. Мурлыка подобрала. Ну, я просто замастерил наши женщины. Ага. Та-та-та-та-та-та. Ой, что-то случилось? Здравствуйте, я слышал, вы супергерои. Да, только как называется наш отряд? Опасный отряд, туфельки. Хорошо, сейчас же приезжайте ко мне. Зачем? Случилась беда. Продолжение следует.